Сейчас смотрите, внимательно. Этот момент. Ведем. Ведем. Вот он прошел. Дальше рука идет. Вот как она, я ее держу, так я ее держу. Вот ручка. Теперь за счет скручивания он должен сделать кувырок. Если он не сделает кувырок, он останется без руки. Еще раз. Ну надо узнаваться, чтобы рука больно не была. Я понял, я ждал чуть-чуть. Хотя бы. Вот я аккуратненько. А что там будешь? А что? Просто там реально дальше скажешь, что не проверить на вроде не больно. Давай, давай, делай кувырок. Делай, поддаемся, делаем кувырок. Если кувырок делать не будете, останетесь без руки. Боже, секундочку. Ох, а Игорь не делает? Ну давай попробуем. Вот так же ручку попробуем. И потихонечку, потихонечку. Давай, 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 делай, делай. Делай, делай кувырочек. Вот, и пошел, 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 пошел. Потому что если он не сделает... Если он не сделает кувырочек, будете сопротивляться, а будете оставаться без рук. Понятно? Поэтому сейчас без сопротивления аккуратненько работаем. Нормально? Нормально.